В одном из ресторанов Одессы на ребенка упали стеклянные двери. В результате у мальчика глубокие порезы на руках и много мелких на теле. Во время обрушения стекло рассыпалось на небольшие осколки. Мама пострадавшего называет чудом, что ее малыш вообще выжил. А вот администрация заведения общепита обвинила мальчика в случившемся и отказалась оплачивать услуги скорой помощи, которую вызвали родные потерпевшего. Кроме того, по словам матери ребенка, на сторону администрации стали также и медики. После этого гости ресторана быстро вывели своих детей из заведения.